Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем играть в Dying Light Following. Так, вчера мы закончили, по-моему, на том, что нам нужно было зачистить тоннель. Я просто на это плюнул, и тоннель зачищать не стал. И сейчас посмотрим, где я резнусь. Где-то в безопасной зоне, а в этом бараке вокруг меня зомби. Не хочу я пока убеждаться, что в тоннеле безопасно. Просьба о помощи. Так, давай мы просьба о помощи вот это посмотрим, где это. Ну, вроде бы как бы и не сильно-то далеко, да? Сколько тут километров? Километр. До тачки 200 метров, да? Ну ладно. Пробежимся. Что нам... Так, что ты с этим пистолетом носишься? Так, а сколько у тебя дамага у этой штуки? 1340, а вот у этого сколько? 961, да? Немного. Ну, 1340 это, конечно, сильный дамаг. Давно мне что-то никаких оранжевых этих не попадалось. Шмоток, вещей. Не говоря уже о голубых... Ой, о голубых, блядь, о золотых. Золотые вообще мне ни разу не попадались. Который золотой лук, это у меня в инвентаре лежал. Так как версия пиратская, там был золотой лук. Вот и все. Вот так мне ни хера больше не падало. Так, а где моя тачка? А вон она стоит. А ё-моё. Кто ж ее туда поставил-то? Кто ж тебя тут оставил-то, родненькую? Хорошая скорость, мне нравится. Как бы я бегуна-то и не преследовал, поэтому скрылся, я скрылся, ну и хер с ним. Я напомню, я себе поставил таран. Поэтому зомби сейчас можно прям вообще брать на абордаж, не стесняясь. О. Кросс прям. Ебанулся, да. Так, тебя же как-то можно переворачивать. А вот как? Переставить М. Вот. Где-то должны здесь еще быть эти два брата, Биба и Боба. Я вроде уже рядом. Да не хочу я ваши испытания на вождение, что вы ко мне пристали? Плакальщик. Плакальщик, сука. Или как ты там? Или какальщик ты? Стоп, я не понял. Вообще не понял. Как это ты так? Я же сейчас без устали могу драться. Я теперь крутой. Я могу драться без устали. Так, а вон жаба, да, там? Жабу первым надо.
Ты не это. Не шали. Не шали, подонок. Не шали. Ну, сейчас мы с плакальщиком будем разбираться. Что нам? У нас же не остается выбора, да? Кроме кого, того, плакальщика умотать здесь. Кроме полагаем, что где-то близости разбился самолет. А завали нахуй. Так, самолет проверить тебе надо. Подожди, а мне кажется, или уже дело к вечеру идет? Точняк, ёб твою ж. Ёб твою ж. Блять, надо... Где зона-то безопасная есть? Вот. Вот где-то здесь есть безопасная зона. Короче, я тогда сейчас до безопасной зоны... Сплю. Я правильно хоть бегу? Нет, неправильно. До безопасной зоны, короче, сплю. Привожу себя в порядок. А теперь я правильно бегу? И теперь я неправильно бегу, да? Теперь я бегу неправильно. Да чтоб тебя, вот ферма, короче, ты задолбал. Сука, на карте сориентироваться не можешь. Вон зеленый дом, к нему беги, блядь. Все, сейчас тут. В безопасную зону. Хер-то там, да? Зона зоной, ну, хер-то там. Вот так. Так, сейчас мы тут спим. Мы сейчас тут спим. Сперва до вечера. Так, сейчас сделаем... по фулам патроны. Нет, зачем? Мне надо отравленные электрические. Разрывных стрел нету, да? Ах ты ж. Ах ты ж, блин. Разрывных стрел нету. Так, отравленный болт. Это все херня, оглушающий болт. Типа, это все херня, понимаете? Нет. Давай тогда хоть стрел рейнджер сделаем. Угу. Так. Ну все тогда, чё? Все тогда. Ждем утро, идем валить плакальщика. Прихожане, кто еще? Заклинаю, мы не должны этого допустить. Так, а что случилось? Где этот дурашлёп? Вот он, случайная встреча. Сколько? 180 метров. Да хуй с тобой, давай сходим. Нытики, блять, вы. Прихожане, заклинаю. Сука. Я вообще плакальщика собирался отметелить. А ты мне тут со своими... Заклинаю, помогите. Сейчас помогу. Вот ты б еще бегать без устали мог. Было бы вообще чудесно. Мне пришлось патроны потратить на этих мудаков. Ты не дашь ее осквернить? Сука, ты лежишь здесь, как собака сплющенная, какая-то там скомканная, сморщенная, там, блядь, обоссанная.
Я, говорит, не дам ее сквернить, блядь. Да пошел ты нахуй. Я, говорит, я не дам, говорит, ее сквернить. Лежит там на полу. Скрючился там. Сучара подпал все-таки по мне. Ну, как бы не сильно, да? О, блядь, я от урона током больше получил. Ну, так это. Это моя глупость была. Током. Что меня шарахнуло. Оп. Далеко. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Надо с плакальщиком разобраться в этой серии. Ну, я думаю, минут 10 придется повозиться с ним. А чё? Завалим этого плакальщика. То бишь, нытика. Ты нытик туда, ты тут нытик. Все в порядке. Все в порядке, все отлично. Так, давай посмотрим, у нас какие... А есть у нас какие-то гранаты? Вот смотри, у меня есть самодельная граната. Давай мы его вместо великолепного сюрикена попробуем. Что я смогу... Так, а вы можете ко мне залезть здесь? Нет? Сука, мне что-то вообще этот... Не нравится, хер. Так, ты сдох. А кто еще в меня шмаляет? Откуда его? А вот он ты, кабан. Покажи свою башку. Блядь, слабенько, слабенько. Слабенько. Ну, гранатка нормально так-то срабатывает. Только у меня их не осталось. Только у меня их не осталось. Так, подожди, а я могу... Я, может быть, их могу сделать? А? Самодельная граната. Могу я сделать? Нет? Щит, щит, самар... хуй-то там, да. Усилитель, щит, взрыв, феникс. Перо. Так, нет, этого я не могу сделать. Как будто вообще в стену, блядь, бетонную стреляешь. Нет, надо что-то взрывное, взрывное придумывать. Сука, так я тебя устану долбить. Так, ну-ка, если я с вот этого... Тоже хоть бы хер, да? Так, я могу сюда спуститься. А здесь я могу что-нибудь взять? А? Здесь есть что-нибудь... Припасы какие-нибудь, что-нибудь, чтобы я взрывнул.
взрывные какие-нибудь эти штуки сделал. Ты не открываешься, а ты открываешься, да? Но... Не варик. Так, а вы откуда тут взялись? А? Уроды. Так, домашние припасы. Домашних припасов я могу сделать. Я, по крайней мере, помню, что из домашних припасов могу взрывное что-то сделать. Щит. Да нет, нихуя. Горящий сюрикен, замораживающий сюрикен. Коктейль Молотова. Так, ну-ка, давай сейчас коктейль Молотова сделаем. Интересно, по-моему, из домашних припасов это взрывпакеты делают. По-моему, это взрывпакет, да, с домом? Да, точно. Так, значит, та-та-та. Все, херня. Так, ну-ка, коктейль Молотова. Коктейль Молотова есть. Так, где ты? А, стой, подожди, ты... Так, а что, тут нельзя, что ли, выйти отсюда? Да? Ё-моё, блин, я-то думал, тут это сейчас... Можно выйти. Что тут типа можно? А тут хер там, да? То есть вот эта дверь неактивна. То есть мне придется тебя убивать с крыши. Либо... Ничего, я сейчас просто план разрабатываю. Я разрабатываю сейчас план, как этого гада... замесить. Так. Стой, мне знаешь, что интересно? Откуда я сюда упал? Что-то они рычат с двух сторон. Я понял, я... А, вот, проход, вот. Что-то с двух сторон там рычат, рычат. По-моему, пустота. По-моему, все впустую. Ага. Так, и чё? А, ну точно с двух сторон, я же говорю, с двух сторон. С той стороны тоже полудурок рычит. Охереть, они меня с двух сторон зажали. Плакальщик. Так, так, так. Чё же, как же? Почему ты-то не открываешься? Вот ты бы открылась, было бы вообще шикарно, я бы это... Размотал бы его сейчас. Сумки ни хера нету. Так, у меня такое есть предчувствие, что рано я еще с этим дурачком связался. Блять, вот амортизация-то. Я думал, он это в этом случае не самортизирует, а хер-то там. Оказалось, что самортизировал.
Пипец, блин. Да не, сейчас это. Сейчас его убить без... Мне нужны... Что-то, что... Мне нужно, вернее, что-то, из чего я могу сделать эти... Взрывные какие-нибудь эти... Стрелы или еще что-то такое. Вот. Вот с этим я с ним справлюсь. Вот с этим я справлюсь с ним. Кто попал-то по мне, Мне нужны... химикаты. Мне нужны химикаты, чтобы я сделал. Короче, ладно, пока давайте плакальщика маленечко оставим в покое. Оставим в покое. Поищем химикаты. Сделаем взрыв пакеты. Ну, не взрыв пакета, а взрывные стрелы. Вернемся. И распинаем ему чечело. Так, здесь что-нибудь есть? Хер-то там, да? Ничего нету. Хотя нет, вон вояки там есть. Ты что ли там выжил? Они тебя не смогли втроем запинать, что ли там? Да? Ну, мне с тобой вообще, знаешь, вот дурик, неохота бодаться совсем. Вообще с тобой неохота бодаться. Понятно? Где у вас химикаты? Тут есть где-нибудь? Нет? Козлевич, блин. Дубиной в меня швырнул своей. Так, мне нужны химикаты. Химикаты. Со взрывными этими я... Плакальщика умотаю, там... Просто делать нехер вообще. Ну да, я выпущу в него там 50 стрел этих взрывных, и чё? Ну, так он сдохнет. Все будет лучше, чем я весь там патронтаж потрачу. Так, химикат нашел, отлично. Сразу создаем взрывные стрелы. Так, разрывные стрелы рейнджера. 8 это мало. Надо еще искать.
Ищи еще химикатов. А здесь-то что за скопление мух? Так, здесь все. Уходим. Скопление мух. Это улица. Еще инвентарь заполнен, да? Всяким. Выбрать, собрать, бросить. Да мне. Не нужен мне щит. Лаваш. Нужны химикаты, они мне там лава. О, здесь что-то должно быть интересное. Они мне всякий шлак подсовывают. Лаваш, там, херню всякую. Силас. Чё? Ох ты, первый. Стальные трубки. Смазка. Давай два химиката здесь. А слабо мне два химиката дать? Слабо, да, ладно. Понял, принял, отвалил. Ты чё здесь? Чё стоишь? Я тебя за зомби принял, хотел пойти убить. А ты, оказывается, не зомби. Так. Слышь, мудень. Отвлеки его там, это, синенький. Синенький, отвлеки его. Чё тебе помочь? А ты труп? Ну тогда чё тебе помогать, раз ты уже труп? Трупу помощь не нужна. А я буду спасаться бегством. Искать химикаты, делать стрелы. Блин, надо плакальщика в этой серии завалить. А то так как-то вообще неинтересно. Кнопку перепутал, не то нажал. А, у меня коктейль. Это единственный коктейль Молотова был. Фух. Ну. Очки навыков у меня есть неиспользованные. А точно, я же там ловкость апнул. Точно, я же апнул ловкость. Так, давай мы тогда их...
заберемся сейчас вот на вот эту вышку. Посмотрим, что здесь есть. Ружо. Бинокля. Так, это винтовочный патрон. Ружо. 2500. Вы, наверное, поняли, чем я буду валить плакальщика. Да? Я это тоже понял. Конечно же, я буду валить плакальщика вот этим золотым двухствольным ружьем. По 2500. Плакальщик, какальщик. Ну что, попробуем? Попробуем, да, сука. В дырку провалился. Не заметил, блин, от радости. Ружье нашел, аж об это. Обрадовался. Все. Под ноги смотреть не обязательно, да, теперь, значит. Плакальщик, ну, сучара. Это в 4 раза больше дамаг, чем от лука. О, смотри, здесь есть где-то этот. Здесь есть где-то этот, блядь. Сука. Под люка. Сбежал. Блять. Нет, так нечестно. Так вообще нечестно. Слушай, ему что, вообще фиолетово? Вот это и нет. Боже, может мне тогда это ружье оставить на... Знаешь, что мы сейчас сделаем? Дурацкий, как, короче, глупый блять. Вообще. Пиздец. Нет. Нет. Ружье на этого мудака вообще не вариант. Ружье на этого мудака не вариант. Рано ты обрадовался, рано. Так. Ох, рано ты обрадовался. 2500. Там только гранату. Ну хотя у гранаты же дамаг вроде меньше, чем у ружья. Почему тогда граната его дамажит, а ружье нет? Сюрикен это сделал. Так, коктейль Молотова. Так, попутнему, конечно, пофармить сейчас этих. Попутнему пофармить. Так. Где коктейль Молотова? Так, мне надо взрыв пакет поставить. Так. Взрыв пакет.
Блин, все равно маловато убил. Ну-ка, может вас тут, пока вы не разбежались, покоцать. Так, что здесь? Да, вот это. А знаешь, что мы сейчас попробуем? Какую дикую безумную штуку? Вот такую. Мы просто со своим мечом сейчас попробуем всю эту толпу зомби перекрошить. То есть мы попробуем сейчас всех их просто покрошить нахер. И посмотрим, что из этого выйдет. Я же могу сейчас махать-то бесконечно своей палкой. Проверим. Меч ангела в действии. Мне надо нафармить просто этих ресурсов. Что, смачно? Смачно. У меня кошка в откате была, я не понял почему. Пиздец, блин, да выебывался. Сука, у меня кошка почему-то в откате была. Я провтыкал это. Думал, сейчас кошка, его зацеплюсь, улечу. Хер-то там. О, ептать, как я далеко оказался. Там. Сука, я столько просрал уже всех очков, всего там. Навыки, а легенда. Так, стой, подожди, надо тачку тебе призвать. Сколько ты можешь пешеходить? Что-то не срастается, не прет у тебя сейчас. В ашпе не прет. Так, где тачка стоит? Вон. Давай. Надо сейчас это на ферму посмотреть, что он там продает. Может, взрывные стрелы продает, хер его знает. Может, еще там что-нибудь продает. Слушай, они хоть не за этого, не запечатаны уже, хорошо, да? Не зря съездил.
сокола какая. Куда, блядь, еду? Пиздец, блядь. Капец, блядь, серия. Бомбеж, тупеж и дебилизм. Ну вот, это же зона безопасная. Что это, какая-то за безопасная зона? Если тут барыга. Ну да. Должен быть барыга, значит, здесь. Тут какой-то склад. Что здесь такое? А, нет. Склад это... Это где-то дальше показывается. Не сюда. А здесь ни хера нету. Здесь просто можно вызвать такси. И все, да? Ладно, давай такси вызовем. Ну-ка, у меня тут какие винтовки-то? Винтовка у меня что, тоже ржавое ружье? А, ну тут послабее. Это вот прям 2500 сандалит. Это прям хорошо. Так, давай, мне надо ферму Эркхана найти. Так, а где... Это же я здесь, да, по-моему? Так, задание. Жатва, аномалия. А, вот ферма Джасира. Вот сюда. Не так-то уж и далеко, да? Сколько я тут поразрушил всего. Так, починить. Конечно, уверен. Все. Так, что у тебя? Разрывные стрелы есть. Хорошо. Все, что ли? Есть у тебя эти? Аптечка. Хер с тобой, давай возьмем. Стрелы такие нет. Смазка. И что тут еще у тебя есть? Ничего, да нет, здоровяка давай купим. Пригодится на всякий случай. Так, и что, сколько у меня сейчас разрывных стрел-то? Не густо, да? Не густо разрывных стрел. С таким количеством разрывных стрел смысла нету куда-либо тащиться. Сколько? 23, ну это не серьезно, это не серьезно. Вообще не серьезно. Мне нужно как минимум 60 стрел разрывных. Короче, сейчас изучаем территорию. Периметр.
еще где? Барыга где-то хочет поторговать, я в курсе. Давай доберемся до него. Может, у него разрывные стрелы есть? Я уже почти рядом. Вот она, вышка этого чувака. Или чудака. Да-да, Кайл Крейн, да, заглянул в твое логово. Приз гонок. О, так я тут у тебя еще не был. Грубая ножовка. Смазка. Та-та-та. Аптечка, да, давай возьмем. Все аптечки купим. Сволочь. Мне стрелы разрывные нужны, у тебя их нет. Ты потратил мое время впустую, сволочь. Куда еду, я не понимаю. То есть я просто сейчас хочу найти где-нибудь это. А, вот здесь же тоже барыги есть. Здесь же тоже есть барыги. Есть разрывные стрелы, это хорошо. А что так мало-то, ё-моё? Что ж так мало-то, блин? Да отвали ты. Стрелы разрывные. Так, мне вот эту надо починить. Это уже херово едет. Это был Тор, которого я уже замочил. Все, значит, не надо.
Ну, падай. Ну, падать ты будешь, нет? Сука, застрял, блядь. Ну. Нормально, блядь. Пизданулся, да? Так, опять темнеет. Опять темнеет. А, ну это мы вот за этой херни оказались. Ну тут зона-то небезопасная. Тут безопасного-то нет, нихера. Вообще нихера нет безопасного. Так, давай глянем вообще, где здесь что. Где я, где? Вот сюда, да? Ну, щемим сюда, что делать. 400 метров добегаем. Добегаем. Короче. Что-то сегодня мне прям вообще не везет. Столько просрал всего. Прям капец какой-то аж. Я ж в шоке прям. Так, может, здесь торгаш будет? Ну-ка, тут что у тебя? А, подожди, я же здесь уже был, там никакого торгаша нету. Здесь просто безопасная зона. Понятно. Все, я добрался. Ладно, ребят, я тогда предлагаю на этом закончить. Что-то это прям не идет у меня этот заход сегодня. Вот, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И до новых встреч. Завалим плакальщика в следующей серии.